Итак, по итогам нашего голосования ВКонтакте название лучшего спортсмена августа победу одержала клинчанка Элина Дианова, победительница чемпионата России и Европы по воздушному эквилибру, набрав более 500 голосов. Это, согласитесь, очень внушительно. Элина, это тебе. Мы тебя поздравляем. Желаем тебе дальнейших успехов. А победителем в номинации «Лучший спортивный коллектив августа» становится футбольная команда «Химия». Голосование мы не проводили, поскольку просто не нашли конкурентов. И решили единогласно вручить эту номинацию футболистам из «Химика». Они, кстати, стали у нас победителями Кубка и первенства Клинского района по футболу. Сергей, это вам. Мы вас поздравляем. Спасибо.